Итак, всем привет, продолжаем играть с Секиро. Ну что, последний раз мы убили каких-то там боссов, уже не помню. Как их звали, всех не упомнишь, японцев, да, местных. И смотреть курильницу надо было, она. Мне есть что-то особенное. Мне говорили, что давно в замке Асина прежде жил другой божественный наследник. Его звали господин Такэру. Эта курица принадлежала ему. Сейчас воспоминания, что ли, путь сейчас опять? Вот я подумал, что воспоминания, может, какие-то. Как тогда? По-видимому, он давно уже мод. Окутанный благовонием. То есть, считается, что он оставил... Благовонь поможет царству божественно попасть, да? Думает, да. И? Так подожди, и ничего, и все что ли? Блин. Не понял. Теперь обдумываю поиск наверняка в этом замке осталось господина Такэру. Книг, которых он собирал, чтобы не забрать царство. Я поищу их. Может, кроме поиска пути божественного царства, мы поищем еще способ избавиться от уст смерти? Хорошая мысль, поговори с господином Исиной. Если кто знает, то это он. Оками, кочиража. Он пойдет со мной. Пойдем со мной. Так, ну пойдем с ним. То есть получается, ну здесь все. Блин, а я думал, это может быть как плещика. Думал, сейчас тыкнем и куда-нибудь нас телепортнет опять, какую-то локацию. И че? Пойдем со мной и все? Господин Сина, нет главной башни. Мне сказали, что он восстанавливает силу одной из башен. Но проход к башне закрыт. Здоровье не сейчас. Хотя правильно. Надо пробраться к лишь только там. Это путь для Синоби. Но я полагаю, это не проблема. Я слышал, что полуночники отличают свои маршруты дымовыми сигналами. Да, поэтому, если ты пойдешь по их дымовым сигналам, ты доберешься до господина Исина. Ага, по этим штукам. Из этого окна. Ну это окей. Блин, Вова, я же до этого все открыл. Блин, черт, ладно. Так, понятно, короче. Пойдем. Все понятно. Так, вот. Видимо, нам... Блин, ну я там был, по-моему. Я же там прыгал, да. И подожди. А, погоди, или нет? Это... Как будто бы вот это окно, но вроде не со всех сторон. А, нам вот туда, на балкон. Подожди, а мне казалось, я тут был, или... Интересно. Внизу ведь я был? А, ну да, в этом мост. Мы над мостом. Главное ничего не пропустить. Может, там какой-то лут есть? Тихо, тут кто-то есть, что ли? А, вот. Так, это стелс. Видимо, по стелсу надо будет ходить где-то. Там костер. Ага, помню. Кладбище. Внизу вот ничего нету. А, так вон поди-ка сидит. Что, никто здесь даже не охраняет? Серьезно? Видимо, это он, да? Сейчас смотримся. А где? А, нет, стоп! Да, все правильно, босса мы там били. Туда не надо. Да. Угу. Туда нам точно не надо.
Да, вот так вот я обходил той стороной, сюда, туда и вот на ту сторону перепрыгнул. Понятно. А, так подожди, тут может быть улов. О! Здрасте. Спуск вниз есть, подожди. Блин. Погоди, стоп, так я. Да, это, короче, вот все, тупик это. То есть здесь было закрыто. Вот здесь было закрыто же, получается. Привет. Мико-сама но Насчет жизни умеете. богатства. О! Ага. Укагай тай. Я хочу кое-что спросить. Соно май ни. Но прежде. Саки же! Сака. Что? Хоби ни тотуги. Ты заслужил, возьми. Что сака? Неочищенное саке. Неочищенное, главное. Бутылка мутно неочищенного саке, подаренная истинам. Саке нужно пить в компании. Это мутное саке, один из любимых сортов истина-асина. Она обладает богатым вкусом, но при этом зачастую слишком быстро и сильно пьянит. Мой внук Нитера был околдован водами молодости. А, это внук его, да? Ты правильно сделал, что положил этому конец. Но он жив еще ведь. Я же следовал кодексу, который мы сегодня... А железный кодекс Синоби? Ясно. Так ты сын Филина. У нас вкроу но сегаре ка. Ано книтори икса де хироварета вараси. Ну да, маленький мальчик когда-то был. Менгутте коко ни итару ка. Привели тебя сюда. Смеется. Да чего ты еще делаешь судьба? Ну да. Скузуку омошируй. Со ва омуану ка. Не правда ли Секиро? Но... Секиро йо. Ано то. Шите... Соно умышлено. Нанио сирита. Опаньки, отдать напиток. Ну, наверное, напиток отдавать не стоит. Я даже не знаю, что это. А вдруг это какой-то классный баф. Либо может напоить какого-нибудь босса можно будет. Он будет пьяный и менее подвижный. Фиг его знает, да? Мико-сама но мезас. Божественный наследник желает избавиться от смерти. Я хочу знать, как это может сделать. Фсиги. Смертных. Ох ты, Сигири клинок, будь у тебя такое оружие, возможно, с этим добьешь цели. Фшигири. Клинок бессмертный. То есть там клинок убить этого господина, Кира придется, что? А можно убить того, кто не умертвить обычным способом. Погоди-ка. Мусцки тока иттака, но... Васимо мита котова най. Короче, может быть тем клинком, если я существует, можно будет этих магов убивать, которые конфетти наюзают. Пошли прямо в сердце, принести его. Так, если слухи правдивы, это весьма опасный противник. Осору беки кото йо на. Блин, если это так, то офигенно. Что убить такое чудище, понадобится клинок бессмертный. Ну то он на них, наверное, и говорит, да, получается? Наверное, о бессмертных тех. Которых мы не дамажим, просто клинком, конфетти на которых типа сыпем, и как там это работает. То есть, а можно просто взять клинок бессмертный, бессмертие, или как он там? Потом как, так, где можно найти клинок бессмертный? Где искать клинок бессмертный? Говорят, он хранится в храме Сэмпо. О, нам как раз туда. И все же, Фшигирио. Говорят, клинок бессмертный нельзя достать из ножен. О, как. Нукену. Что это значит? Я и сам только не знаю, просто именно так говорят. После ворота храма сейчас закрыты. Кто знает, что там творят в горах эти отступники. Интересно. Нормальный двор туда просто не... Ну, знаю, может тут есть костер туда. Так. Блин, ну... Ты уходишь? Секиро. Разрубитель смерти, та еще будет бита. Блин, ну я бы отдал, может быть, Сакрему, но я даже не знаю, что это. Как-то полезная штука. А вдруг с помощью Сакрему можно сбросить таланты? Прикинь, такая фигня. Кто даже знает. Я бы сказал, что некоторые... Я распределил бы, если что. Правильно, не забывай. Кимони мейджите окугай. Секиро, йо. Секиро, будешь колебаться, поиграешь.
Так, что-то еще скажешь? Секи всидачи но таме нань Фсигири нараба Ку? Юку ка? Ты уходишь? Иван... Так, да-да-да, ухожу. В смысле, что происходит? Подожди. Да я хочу посмотреть, что такое саке. Ага, а его тут нету. А, так у меня две таких? Подожди, стоп, почему мне две? Или он мне две дал? Но я юзать нельзя. А кто напал-то? Где кто? Трое, что ли? Что происходит? Или не снизу? Я понял. Это Сагрис. Ё-моё, тут же проход, да, точно. Надо проверить на всякий случай, это тот же самый проход. Как они Сагрис? Почему? Может быть, потому что я этот... Не угостил саке. Минус карма. Это вот эти сагрились получается. Надо на всякий случай проверить все-таки это то самое место. Такое чувство, как будто они все не спускаются. Реально. Да ё-моё. Блин, ну это, конечно, обуз немного, но что делать? Ой, подожди, Я, блин, забыл, у меня не та атака. Я забыл. Да, надо все-таки убрать атаку эту, блин. На боссе, конечно, прикольно это было, но... Так, надо всех еще проверить, все-таки то самое место или нет. Ну, видимо, да. По всей видимости, то самое место, да. По всей видимости, да. То есть было закрыто, по-моему, танк. Я не мог... По-моему, я так ушел, тут было закрыто. Вот. Так, ладно. Что у нас по... Тихо.
получается, то есть тут я пришел. В теории можно этих еще поубивать. Блин, я забываю, а, удар надо нажать. Кнопку удар надо нажать. Что происходит? А, это оттуда. Ё-моё, он меня убил. Типа он сверху спрыгнул, что ли? Левел добить, всего лишь то хотела добить левел. Или помер. О! Вот как это работает. Блин, я забыл, как кнопку нажимать надо. Я пытаюсь понять, я везде здесь был? Там был, тут был, по идее, да. А, так вот, это самое место. Подожди, только... А, так я в обратную сторону просто прошел. Все правильно, да-да-да. То же самое, только в обратную сторону. Все правильно. Там должен сидеть наверху. Сейчас добьем. Дядька был. Иди сюда. Ох, вот это да. Блин, а давайте, знаете что, я думал, может быть... Блин, а Сакэ, она зачем? Теперь надо сходить по местам, где мы что-то, может быть... Верхняя башня. Блин, мне, может быть, два Сакэ все-таки дал, а не одно. Погоди, давай проверим. Я просто, может быть, вот кого-кого, а вот Эму я бы угостил, на самом деле. А, блин, она же не здесь. Она же не здесь. А, погоди, давай угостим вот эту, если можно. Сакэ. Мы на нем тренировались, я думаю, он заслуживает. Можно? Сокумуто, соре га сиоц. Коно... Мато. Вот это вообще непонятно, подношение. Ящик с подношениями. Чё это значит вообще? Что, блин?
Так, что там у него продавалось, тоже забыл купить. Кошельки всякие там. Надо, короче, пофармить как-то будет сходить. Надо будет пофармить. Вещику поднадать всякое. Блин, ну не знаю. Он бессмертный, ему как бы, что, радости это не доставит, наверное, особой. А вот это, вот, а, здесь вот названо, да? Где же вход в замок? Или как он там назывался? Тут ведь? Я мог бы, я нагостил. Опаньки, что будет? А, на кашле. Это она, да? А, так тут прочитать. Во, кое-что нашел. Я отпер библиотеку с этим сетам. Блин, смысл отпер библиотеку? Откуда исходит легкий аромат святой сакуры? Какую библиотеку? А где вход? Исшин-сама-тан. Дэ-о иварета. Ген-ичроу-доно о-чи. Соу-деска. Ген-ичроу-доно. Масака. О-чи-но-ори-о. Соле-ва-нанда. О-чи-мизу-но-нака-де-мо. Току-ни-кой-моно-о. Соу-ёби-мас. А-на-та-мо-горан-ни-натта-де-шо. О-чи-но-ори-о-кучи-ни-шта-моно-ва. Да, невероятно, крепость пыль. Тоу-сен-ни-шин-де-иру-хаз-но-зан-геки-ни-та-э-ру-ходо. Кё-жи-а-ре-ва. Мото-мото-ва-ва-га-ши. Дон-си-ра-бе-та-шо-мо-ксури-мо. Яй-тес. Ва-та-ши-но-ани-деш-та-чи-но-дарека-га. Мочи-да-ши-те-и-та-ё-дес-не. Один из учеников спас. Спрятал, видать, где-то работу, да? Кро-сама-но. Мы, кстати, встречали, по-моему, нет? О-кан-гай-ни-ци-то. Подожди. Кито. Ште. Тому ни фшидачи у хотос. Соу дес. Има моде но таске. Марде конжо но вакаре но йо. Прощайте с нами, да. Ватаси ва аржи но мэй мо хатаси машта но. Здесь замки теперь надо будет, ну это понятно. Ксуши то ште. Таске то на. Так, так мне это, давай напиток отдадим, вот я. У нас все равно их, я так понял, два, но... Вот она заслужила точно. Ара. Хотя она, в принципе, единственная женщина. Может быть, поэтому, наверное, да, все-таки. Ойси. Кстати, а боссов женщины... А, нет, была бабушка это. Госпожа бабочка женщина. Не молчите. Есть у меня один вопрос. Кен. Клинок? Я лекарь? Да, да, господин Син. Онуши но кенки. Тотемо ташинами то ва омоэну. Потом как ты в Одессе... Подожди, в смысле? Подожди, стоп, я что-то пропустил? Защита. В смысле, а где мы видели, что она клинком владеет? Что киритай надо ва. Подожди. Где-то в катсцене было? Они на клинком воде. Они. Не обращайте внимания. Блин, а прикиньте, вот я сейчас вспоминаю просто Darksiders игру, ты сейчас проходили на год назад или полгода, когда там спутница наша, самая близкая, да, она в итоге финальным боссом оказалась. А прикиньте, если это финальный босс будет в итоге. Или какой-то секретный босс, не знаю, там, Эмма. Интересно. Он микен но сиона. Кроу-сама но фшидачи. До. Так, ну все. Дева. Так, ладно, видимо, напоили. Блин, а библиотеку это где? Отпер библиотеку. Опаньки, тут лут был? А, вот эту библиотеку, блин. Я-то думаю, какую библиотеку? Вот прямо здесь. Ключ от святилища. Ключ от святилища в крепости. Врата за идолом святилища можно открыть. Можно открыть. Воины клана, опустившиеся долины, стреляют в любого, кто приблизится, особенно смертоносного оружия отряда змеиных глаз. Эти воительницы, потомки древнего клана Аками, обладают особо зорким зрением, позволяющим развить в цель без промаха. Блин, какие-то лучники, короче, будут. Которые жесткие. Так, тут проход. Так, ладно, видимо, туда надо. Мада, хокори га хидой. Ясно.
Удоримаште. Я вернусь. О, Исин Самадо, айта ка. Ты сражался с сказал, что клинок бессмертных может помочь нам избавиться от бессмертия. Клинок бессмертных? Сенподжи а это меч, способный убивать смертных, его Да, это интересно. Как скажешь? Что касается меня, я искал книги, где могли подсказки богово-источника. Похоже, что Такеру-сама-га-сенкё-ни-кайру-таме-сирабе-раре-тей-та-моно-да-митске-та-тегакари-ни-цуйте-ханасо. Пока что я нашел... Тегакари-то? Что такое? Хана? Цветок. А камни? Вэкаби-ку-сака. Корева, мусия. Неужели? Сакура Шизука. Это... Рюино. Говорят, что когда... Фушино кейяк га наразару таки. Хикикай ни нокору моно то е. Такеру сама га нокосаре та моно де шо. Де аро на. Пожалуй, да. Окаме о. Волк, если ты хочешь... Моси нозому но нараба. Коно Сакура Шизуку мо мата. Капельку Сакуру. Соната мо чикара то шио. О, хочу. Подожди, оставить капельку Сакуру себе, а дать капельку... В смысле, а что это? Подожди, а что? Погоди, капелька Сакуры, я как понимаю, это... А, сода, соната. Ты заметил, что в Куинчинске появился запах? Да. Хой, нони яро. Это был словно запах капелек. Еще немного счастья с Сакурой. Да, ты тоже чувствовал? Запах был словно цветков Сакуры, но немного другой. Что такое? Это запах, он мне что-то напоминает. Ты услышал? Думает, да, не могу вспомнить где. Кстати, Эма-доно га мкаши. Уважаемый говорил, что когда-то давно в замке остался Сакура. Возможно, это связано с нашим поиском. Так, подожди, я сначала хочу посмотреть Сакуру. Капелька Сакуры, это другое, да? Я-то думал, это вот это, божественная капля крови. Ага, капелька Сакуры. Так, дарует одну дополнительную единицу воскрешения, повторяю, произнести клятву бессмертия. А, ну это все, конечно, отдаем. То есть это дополнительный раз мы можем реснуться. Я должен разгадать секрет боговой, чтобы мы могли попасть в божественное царство. Я скажу тебе, что я смог выяснить. Окамио. Коно сакураши... Да, хочу отдать. Аригаток. Ваката. Конечно. Мео тожите кре. Закрой глаза. Да, господин. Такеру сама но рюин мо мата. Блин, наверняка есть какая-нибудь концовка разная, соната то тому ни. В том плане, то, что ты, например, юзаешь эту сакуру и не юзаешь на первое воскрешение. Чёдай итасимас. То есть если не воскрешение, мне кажется, вот интересно даже пройти игру, не юзать воскрешение. То есть просто одна жизнь и всё у тебя как бы. Не важно, что их будет там две, все такое. Просто один раз умираешь. Мео, а когда я уйду? Ну, имеется в виду, значит, коста начинаешь, имеется в виду. Сыда. Повышу способность к воскрешению. Это тебе дал, господин Такеру. Используй его с умом. Да. Так, о цветке. Так, цветок. Сперва прочти вот это. Записка про цветок. Записка написана так. Блин, мне нравится это, вот эта серия. То есть в прошлую серию я 2 часа бил босса, наверное, да, примерно так. В эту серию у нас прямо квесты читаемся. Записка написана Такеру, прежним божественным наследником. Говорят, родители Томоэла некогда собрали аромат первоисточника и прибыли во дворец. Томоэ – это вот как раз таки молния, которая у того была, да? Что-то с Томоэ связано было. Как ее звали? Генетера? Молния фигачи, вот, магия вот этого Томоэ, или как она называлась была. Первоисточники прибыли во дворец. В глубоком пруду, где собираются воды первоисточника, покоится то, что нужно, чтобы попасть во дворец. Это белый благоухающий цветок. Короче, в пруду цветок. Курево. Такеру самага нокосаретама, сенкё ни кайру таме. Я искал записи Мы же в космосе, возможно, глубокой долине. なるほど.
Да, верно, но может быть опустился куда-нибудь. А, имеется в виду не под водой, наверное, просто где-то низко-низко на море. В каком-то озерце. Где-то опустился долину. В смысле? Мы же я там был. Она залезла, что растет позади замка. Глубоко в лесу есть эти серьезные змеи. Подожди, стоп, мы же там были. Или нет? Отчиданивар. Матомона мити ва цунагатте орану га. Соната нараба юкеру деаро. Мико-сама. Это вам, господин, господин. А что за камень? Коре ва минамото но коу о мутомета моно га сирушита шомоц ка. Первоисточника. Хой. Понятно. Коуки о ханацу иши га мацрарета мура. Древний ханица да ароматна. Соно йона мура. Кита кото га най на. Ашина но соко то аримас. Она под землями аси. Соева. Кстати, насчет колодца. Скимиро но катавар соко но сирену вкай ана га арто. Кита кото га ар. Арива. Пожалуй, это стоит. Соко то канке га ар но ямо сирену. Там, где мы начинали игру, да? Сагутте ми машу. А. Хорошо, в тексте было написано броситься. Интересно, что бы это могло значить. А броситься это как раз таки в бездну. Мы уже бросались, но может быть нужно что-то сделать, чтобы броситься на самое дно. Расспросить про бездонную дыру. Минагеба. Место, куда мы можем. Да. Кажется, я видел такое место. Правда? Стероно окни. Заброшенное подземелье, сам кажется, есть огромная сумма. Там была старуха. Да, вот это было. Она старуха говорила, она сказала мне броситься в дыру. Мионагета сакига. どこかに繋がっているということか。やっぱりどうたんてぱイエスだプレイティーのそのリスクの一つだ。方向から。かすかに風の流れを感じました。試しに。パジャオやパパをそちらへ飛び降りてみよう。え、とかしやすいスムスプレイティーでした。わかった。気をつけるのだぞ。見せて気かつしとやったパジャオ。高気を見投げばから飛び降りれば。鳥居をくぐった方向そちらへ。わかった。 あ、ね、パフトはにぶよだ。コロニのこっておったの。あ、まだ苦しくないポイントもにゃさ。じゃな。エマドのならば城の裏手に咲いていた桜の花。あ、всё. Кстати, что хотел сказать? Да, третье воскрешение. То есть две будут воскрешалки, которые будут набираться. Или погоди, я там же? Вот там костер. Вон мост, и вот мне не видно. Вот прямо вот над головой над моей костер должен быть. Так, так это с другой стороны просто вышло. То есть, или нет, подожди, стоп. Нет. А, ну да, все понятно, вот босс, да. А нафига тут, подожди. Змеи какие-то. Так, получается... Получается, нам нужно... Так, а что там по навыкам-то я качал? То есть мы вот это... Да, кстати, хороший удар, вот реально. А, не, подожди, это не то я качал. Вот это мы качали. Вот этот двойной, это хороший. Короче, мы вот это хотим. Хотим вот это. Пять этих самых надо. Переместиться. Так, верхняя башня. А, ну это вот... А, ну да, это одно и то же место. Значит, разрушенный храм. Пытаюсь вспомнить, там тут ничего точно не надо. Вот после этого костра мы фармили этих самых, да? Но как я вижу, лучше фармить на... Стреляли, которые, типа, с оружием такие были. Тоже как в перьях, только стреляли. Вот на них прям хорошо за них дают. Так, замок Кассина. Вспомнить бы. Вот этот костер, который был внизу у нас тут. Так, тут наверх мы ходили. Тут был босс. А, здесь я нахожусь. Блин, думаю, какого черта, не связан костер, что ли? Так, это мы сейчас были тоже. Так, тут тупик, тут... Блин, святилище.
Ага. Так, заброшено подземелье. На самом деле, вот здесь я не помню, бездонная дыра, да? Здесь, по-моему, просто босяк и все, да? Ну, пойдем, прыгнем в бездонную дыру, потому что... Так-то понятно, нам в храм Сэнпо надо идти, по идее. Так-то в храм Сэнпо надо. Тут босс. Блин, возможно, реально стоит клинок сначала найти, который бессмертных убивает, и просто этим клинком отбить вот эту тетку. Вот эту ведьму, мужик, баба. Не знаю. Может быть, есть смысл. Это не вот там уже? Не, по-моему, вот я подбирал вот уже. Да, тут колонны, да, подбирал вот колонны. Ё-моё, я! Ладно, зато узнаю, сколько я действую. Пусть дымажит, блин, ничего страшного. Узнаю, сколько он хотя бы действует. ХП мне хватит или нет? Вот там. Да, хп одной полоски хватает, тут можно даже было не хилиться, у меня бы это хватило полоски. Так, я так понимаю, это я обратно иду, да? Да. Я тебе обратно иду? А, да, вот, колодец. То есть мне говорили, что иди, сходи в колодец, а я потом сказал, что я как бы тут уже был, все, да. То, все. Все. Да. То есть этого типа тут нет, он в подземелье. Все правильно. Все правильно. Так, ладно, пойдем обратно. В всякий случай надо было проверить, конечно же. Сяшку, конечно, убить не будем. Я просто не помню, может куда-то было пройти? Или нет? А, так, подожди. Тяжело дышит. Мы с ним уже вроде разговаривали, да? Тяжело дышит, тяжело. Он заболел, кстати, тоже, да, не спасибо. Верно. Я должен следовать за мелодией. Слышу мелодию это. А, вот, все, вот. Блин, я что-то хотел сказать, думаю, где мы, где. Тебя сбросят? Или ты сбросишься сам? Что? Если собираешься в самой глубине Асина, лучше сбросишься самому. Вон там. Его кадаби находится там. Так. Просто падаем до низу сами. Не падаем. Черт, я боюсь. Ладно, давай пойдем. Не, хп отнимается. Так, ладно, еще раз проскочим. Тут путь в одну сторону, по идее. Yeah.
Так, у нас очень много этого успокаивающего, успокаивающей штуки это. Ё-моё. Так, тут мы везде были, по идее. Не помню, до куда мы бежали. А, погоди, тут я не был. А, я до сона дошел, все. Как называется? Погоди, я до сона дошел, все получается, да? Да, я тут не был. Нам сюда, все правильно. Здесь, конечно, храм этот Сэнпо, но... Летит. О, враг. Вот он здесь. Блин, довольно легко. Ох ты, там вот с этим, с ружьем стоит. Походу, тип. Тип с ружьем. Чего стоит? Блин! А, у них тут, я думал, с этим, с гранатометом стоит. А что теперь делать с ним? Да ладно, ваншотнул меня. Наверх-то, может дальше куда-нибудь? Так, короче, давай их резним. Жестко, жестко, конечно, враги жестко. Так, постелся. Так, теперь мы знаем, то есть надо сначала дальнего убить. Где? Хотя можно вот это убить, да. Так. Блин, а как тут все обойти? На по воде, по идее, да? Или не загреться все равно? Блин. Да что-то происходит. Так, надо, короче, просто убежать куда-то. Почему этот агрится, а тот не агрится? Или это босс какой-то, что ли? А.
Подожди, так это го... это босс, что ли? Я только сейчас... это короче, босс. О, я только сейчас заметил. Так, еще раз тогда. Ваншот на босс. Жесть, это босс был. Офигеть, я только сейчас заметил, что это был босс, оказывается. Так, подожди, все. Сейчас подготовимся тогда. Змеиный глаз, как раз таки, какой-то. Так, тихо. Сейчас сообразим. Блин, ну мы когда вниз падаем, все, как бы она агрится, то есть надо как-то ее. Но это по-любому надо убивать. Блин, как-то быстрее бы спуститься, подняться бы можно, если было бы. Блин, классно, что можно уйти. То есть вот там и там еще моб. Я здесь не заметил. Блин, по идее вот. Блин, наверное, как вниз только спущусь, так все. Нет, смотри-ка. Блин, еще был один, что ли? Это тот же? Нет, другой. Делаем все правильно. Так, все идеально, все понятно тебе, как это делается. О, а тут костер. Нафиг. Даже лучше. Офигеть, то есть туда пройти нельзя, потому что босс, да? А сюда можно. Забавно. Так, погоди, а тут как бы некуда больше, да? То есть, а нет, вон есть. Подожди, а как туда? Ага. Туда надо с другой стороны выходить надо, скорее всего. Блин, ну вот мы ту сагаем, и она скорее всего этот сагается. Хотя, вроде он сам по себе. Масло. Так, намек такой, да, типа? Поджигать надо. А, во, понял. По идее, наверное, туда можешь запрыгнуть. Блин. Черт. Ё-моё, ну какой...
Ё-моё. Пули летают. Это как стрел, так стоит. Пуфику. А, вон босячка. Сирага, Сирахаги. Извини, глаз я Сирахаги. Блин, как-то, мне кажется, отсюда туда можно запрыгнуть. Или сверху, подожди, не сверху нет. Так, тоже не пройти. Определенно отсюда надо прыгать, да. Погоди, да ладно, она от яда сейчас сдохнет. Да ладно. Она просто умрет от яда. Так, давай тогда ее. Она просто умрет от яда, короче. То есть в идеале... Или подожди, нет. Ну сейчас яд будет настакиваться снова. По идее. В идеале, короче, то есть ей удар в спину сделать, а потом... Блин. Надо, конечно, чтобы она заэвейдилась. По идее, ну хоть сейчас настакается опять яд, наверное. Должен. Это странно, почему не дамажит больше. Надо, короче, ее это вывести нам из яда. И здесь из-за яда. Ох ты. Это же подхилишь полностью, чтобы это... Где она вообще? Ё-моё. А, вон она. Тихо. Да, она опять ядом фигачится. Знаю, чтобы яд пропал, и потом опять она будет. Блин, по-моему, нормально страта, да? Хотя она, короче, от яда умрет. Надо ее сюда как-то. А, у меня кончились. Блин, надо вниз, короче, спрыгнуть. Кучу яд загоняет нормально страта вообще. Куда она делась? Вот, она вышла из яда, сейчас опять зайдет. Это иммунитет, что ли, я не знаю. У меня где-то треть хп сносит, да, ядом тогда.
Да ё-моё. Как так? Опять ядом фигачит ее. Ну, пофигачу немного. А тот, кстати, ядом. Там вообще пофиг на яд, по-моему. Такое чувство. Блин, то она как-то шлепнет. А, мне нет уже. Блин, хоть за костром сядь. Надо что это убить, чтобы нормально с тем все повоевать. Так, все надо, да? Ё-моё, нет хп просто. Ну, пока жизнь есть, я как бы это... Так, ну, пойдем, я сейчас должен вступить и... Одно хп отнимется. Блин, да, дымажит немного. Тот-то куда делся, блин? А, вон. У меня хилок больше. Ё-моё. Блин, проще, ну, уйти не проще, на самом деле. Ладно, этих двух мы убиваем, это понятно. Что? Ну почему этот ядом не дамажится, непонятно. О, сейчас яд зайдет опять, отлично. Сейчас она не настакается, и она это... А, нет, это тоже дамажит яд. Это вот... Блин, да ём... Ладно. А это сейчас отъедет. Да, вот отъехал. Так, вот. Я, сейчас я его должен убить. Нет? То есть надо контратаку провести в любом случае, да, получается? Надо контратаку в любом случае провести. Mm-hmm.
Все, а теперь следующее хп ждем, да, когда? После клада на меня ваншотнет. И сюда, и тут же, наверное, перестраховаться. Тихо. По идее, можно просто постоять, видимо, с какой-то слишком долго КД у ней. Который яд я потом дамажу, видимо, слишком долго КД. Вот, пошел яд. Сейчас узнаю, сколько точно отнимаю. Нормально так. Кто дамажит ведь, да? Да. На, максимально задержать. О, все, не дамажит уже. Теперь не дамажит. Тон, интересно, кончается? Блин, 30 уже прошло. Не, ну это как классно, что можно вот так убить. По идее, идеально это надо одну же снести, а потом уже так уже. Вот, пошел хп отнимать. Блин, ну не, где-то минуту надо ждать, меньше даже чем минуту. По идее. Надо максимально держать, чтобы это... Раз в пять надо где-то так сделать, наверное. Хотя, нет, подожди, не раз в пять, четыре раза будет хватит. Так, ну. Хорошо, он не сразу стреляет. Да, четыре раза хватит, мне кажется, реально. 25% где-то снимает хп. А потом просто контратаку провести, вот и все. Сейчас третий пойдет. Сейчас он за сорка зелененьким пойдет третий. Алло, ты меня не видишь, что ли? Блин. Во, пошел я. Хорошо, пошел. Мне потом, интересно, кончится когда-нибудь? Кто умнее называется, да? Лучше так, чем целый час мучиться, да? То есть есть варианты разные убийства, видимо, босса. Может по-честному, а может хитростью. Мы же ниндзя, мы же шиноби, мы даже хитрости в этом. Она, считай, почти ваншотает меня. Погоди, а что за значок появился? Это вот этот, да, то, что из ниндзю все взял. Видимо. Да, теперь нету, я пропал. Не, ну классная тема, дым вот этот кровяной.
Главное, чтобы я-то сейчас был, и все. Кофе пусть она выходит. Главное, чтобы я-то остался. Ну, вот сейчас должен помочь. Вот, все, сейчас умрет. Ждем, короче. Не умрет, конечно. Жалко, они тут. То есть не умирают они. В любом случае, здесь надо произвести удар, просто надо произвести. Это, конечно, печально, на самом деле, то есть было бы классно, если Арина умерла. Погоди, а если я сожру трофеев, эту штуку, либо на голду? Ну, больше денег? Не, сколько денег, конечно, упадет? Блин, давай сожрем, знаешь как? Вот не реально, хочется прям. Просто интересно. Но все равно этих штуков трофеев аж 10 штук. Это хорошо. 1000 опыта дали. И 125. Блин, я надеялся, что что-то выпадет еще. Я заюзал трофейную эту фигню. Так, у нас еще вот. Тут я утка добавить, да, везде. Так, видите, там кто-то сидит. Блин, показалось, кто-то сидит тут. Мы можем собрать. Блин, только я сдохну, если я этот танк заберу. Офигеть. Офигеть. Так, а у нас противоядие-то что-нибудь есть вообще? Мышца противоядия создает обитательный... Да, есть. Давай сожжем. Да, работает, смотри. Кошелек. Блин, работает противоядие. Классно. Так, еще раз. Тут проход появился. По идее, должен быть костер. Блин, у нас почти второй левел. Блин, а он ту штуку еще не подобрал. Хочу подобрать. Ладно, давай отдохнем. Да, их там двое. По идее, к этому тебе можно спокойно подойти. Или нет? Наверное, да. Все-таки туда как-то по-другому начать забираться. А как? По идее, на руку вот на эту можно. Но... Нет? Блин, я думал, не услышал. Ну, поворачивайся уже, все. Все-таки того убить. Блин, по стелсу. Кажется, можно.
А, на этого не работает, кстати. Нифига, 200, почти 300 опыта дали. Ой, погоди, меня... Ё-моё, да меня тут тип чуть-чуть вообще видел. Получается, такой... Это левел, да? Да, левел. Блин, ну как туда забраться? Сюда, может быть? Нет. Ну там же вроде не было. А, во, можно как-то. Блин, все-таки можно запрыгнуть, но... Подожди, с другой стороны это, с этой или с той? То есть это все-таки на голове, это все-таки на голове. Все-таки на голове. Как-то надо... Да ё-моё. Блин, как-то не запрыгивает. Просто с той стороны ведь никак не запрыгивает. Ну, в смысле, с той стороны. Сверху ниоткуда ведь, да? Как-то вот... Блин. Да тоже никак не запрыгнуть. Может, устаты что-то на походить? Это на голову, но, блин. Погоди, я как-то убежал. Е-мое, надо, короче, по этим. Надо как-то разогнаться, видимо. Видимо, как-то надо разогнаться. Нет, так нельзя. Блин, ну может быть там проход какой-то будет. Ладно, пойдем, короче, дальше. Что-то долго задерживаемся. Пойдем дальше, пофиг. Может там проход какой-то будет, я не знаю. Крова. Кровушка. Не может два босса подряд быть. Блин. Ой, не нравится мне это место. Это опять босс какой-то. Или нет? Блин, тут арена. Вот реально пещерка. Ой, не нравится мне это все. Это опять, это блин. А я как-то назад? Погоди, назад? А, вот. Так, уже это другое. Это другое место? Погоди, не понял. То есть назад не спрыгнуть, только вот так обходить. Так, стена, по которой залазит. Так, блин, там реально, походу, какой-то босс. При том, что арена здоровая и, возможно, здоровый босс. Так, это я туда же вышел. Вот, да, можно запрыгнуть вот так вот, выйти туда. Так, ладно, понятно. Подожди, а там какой-то еще...
А, так может сюда было сразу так запрыгнуть? Пипец. Может было сразу так запрыгнуть. Так, погоди. Тогда. Тогда нам сюда надо сходить. А, так вот это место и есть. Блин, ну ё-моё. Вот оно и есть, а? Порошок. Где, где голова? Блин. Подожди, а как... Так, ладно. Ну, слава богу, это оно и есть место. Понятно. Слава богу, не надо искать, тебе выискивать. То есть, получается, только арена какая-то. Ну, сейчас надо потратить просто все дуэ, эти самые свои. Так, хватит скакать. А, вот, надо было сразу здесь запрыгнуть. Ну и что тут у нас? О, четки. То есть две. А у нас можно купить еще одну. Еще можно одну купить. То есть плюс ХП будет, да? Так, а вот мне теперь интересно, а вот там тогда что? А вот там тогда что? Блин, возможно, когда вот на той арене босс победим. Это на обход, скорее всего, с этой стороны, наверное, да? Наверное, да. Так. Давай тогда здесь немного пофармим. Я не знаю, сколько нам надо, но... Где мы? Так, ладно, точно на это. Все поставишь. Четыре процента на помощь, ну то ладно, пофиг. Вообще. Как я тогда прошел? Это вот так, что ли, поставился? Мне кажется, проще, может быть, этого тогда убить. Все, все, все. Вообще можно шар это за... богатство заюзать. Чтобы больше этих давать. А, погоди, я же голду хотел фармить. А тут нифига не дают, по сути. Почему? От опыта там много дают, а денежек маловато. О, зато фармить можно, плохо. Так. Ну, а для фарма тут, конечно, лучшее место. По идее, на все кошельки вы... Или как? Ладно, пойдем здесь. Пойдем, ладно, короче, к торговцу, который у нас...
которого можно было четку купить, да? Бусинку, четку. Так, надо нам, насколько помню, сюда. Блин, там по 90 давалось за этих малышей, коротышей, казалось, это много, казалось мне, да, быстро качалось лево. А тут уже по 300 с этого, по 160, и как бы это не так уж и много, на самом деле, кажется. Так, нам вот туда. Это же другой торговец, как я понимаю, или это тот же самый, просто я у него не покупал уже эту бусинку, по-моему, или покупал. Не, мне кажется, другой это торговец. Это не этот, по идее. Иксамайни. Так, купить. А, да, подожди, стоп. Подожди, это не тот, а у кого бусинка-то продавалась? Подожди, а я где-то еще жить, получается, видел. Или нет? Не понял. Так, погоди, стоп. Я точно помню, у кого-то продал. Опаньки. А где дядька-то? Бумага. Иди ко входу, опустишь в долину. Святилище великого змея. Неспокойно. Тенгу нужно истребить много крыс. Тенгу. А, понятно. Мы там встретимся с ним, походу. Это бабуля, что ли, вопит? Са, бабаган, а, со. Понятно. Так. Короче, нам надо это, к этому сходить. Блин, а где я его видел? Я вспомнил, это черная, это которая черная шляпа, чувак. Блин, а где я его видел-то? Где-то... Где же? Точно, это там, где была черная шляпа. У черной шляпы бусинка, наверное, подается. Так, даже переместиться. Замок. Возможно, вот здесь, кстати. Хотя нет, вроде. Ну, офигеть, я не помню. Подожди, это мы нашли, по-моему, его находили до вот того, когда я отсюда пошел наверх, туда полезли направо. По-моему, до. Блин, мне реально кажется, вот здесь сделали, где могила, наверное. Нет? Он стоял в доме. Там тупиковая локация была. Тут есть дом? Да, вот он здесь. Все правильно. Привет. Йоу, матан. У тебя же... Нет, не у него видео. Блин, да ладно. А у кого видео-то? Теперь это... Блин, может вот это выучить тогда? За 1200. Прикольно ударить, наверное. Противовоздушно. Ладно, не будем, запомним. То есть он никуда не денется, ведь не умрет, не заболеет, наверное. Хотя... Черная шляпа. Сате, общество, Конгоузан, Сайкин, Хинакса, Читто, Ябоюлос. Подожди, какие-то дела, что? Короче, закрывай лавочку, говорит. Погоди. Оме, коно Ашина но широ нива на соита незуми ой батта то. Знаю. Тенгу. Погоди, нам надо купить тогда. 1200, он уходит. Он сказал, что вроде как уходит, а может его не встретим никогда. Давай тогда потратим эти. 1200, да? Купим, короче, что-то потом. Ну да, вдруг понадобится, а вдруг мы больше его никогда не увидим, реально. Так, это чё?
За ХП наше, да, снижает. Так, танец, яд. У нас есть такой один. Тенгу. Да. Может, ну, кстати, может быть, встретим еще и. Сэнпоуджиде, умеем ташадена. Так, окей. Блин, да как выйти отсюда? Ё-моё, я потратил уже, да? Я потратил эти самые штуки. Блин, ну я забыл, где выход здесь. Че за бред? Где выход тут? Но опыта я немного потерял. 400, нифига немного, блин. Блин, на самом деле много, да. 400 опыта. Ну хотя я там один раз мобов зачистил. Так, ладно. Подожди, стоп, нет. Противовоздушный удар. Погоди, а где это? Подожди, стоп, а где это учится? Мы купили. Вот, а как это? Подожди, стоп. Теперь вам открыто соответствующее боевое искусство. Прием. Подожди, ну его выбрать нельзя. Почему? Вот паящая смерть эти есть. То есть, по идее, он должен здесь учиться, нет? Или у меня просто по умолчанию теперь это есть убилка. Ладно. Идем дальше. Переместиться. Значит, там у нас босс, да? Хамсимпо. Пустившаяся долина есть. Блин, ну по-любому ведь босс тут. Ядовитый пруд. Подожди, что за ядовитый пруд? А, ну вот ядовитый пруд, да. Так. Блин, я на самом деле пофармил бы. Блин, 400 потратили. Это почти пол левела у нас же было. Сколько вот нам надо лево? 2800. То есть нам дают 160, 160, 160 и 300 почти, да? То есть 300, 400, 540, 600, 700, 840. То есть... А у нас, то есть, три раза, 3-4 раза чистить локацию. Давай до третьего дофармим, может там босс, мы потеряем просто этот левел. Если там босс, давай дофармим. Если там босс, то убьем его, да закончим на этом. Так, господи, этот шум. Кстати, апгрейды можно какие-нибудь сделать. Я же этот купил. Не купил, выбил какой-то порох там.
Цена будет 2800. Сейчас, да, 800, я говорю. 800 штук этих направлений. В идеале до 5-го докачнуть, конечно, может быть, но да. Сейчас посмотрим. Давай до 3-го дофармим, потом пойдем туда на эту арену. Фиг знает, потому что если это босс, то попробуем. Просто я, например, это бы на удар попробовал бы. Я бы попробовал лучше на удар этот. Денег нам не стоит. Сколько дают денег, да, заметьте, сколько денег дают. То есть где-то 800 зарабатывают за один заход, то есть это все, блин. Все, отстаньте. Ай, больше сесть. Заметили, что в полный рост нашел, да? А, вот как это работает. То есть это просто 70, значит, да? Я-то думаю, как это работает. Это, короче, надо сразу атаковать, не ждать. Он, короче, это в замешательстве пока. Интересно, почему я не могу? А, вот могу. Так, было 170, стало 330, то есть 160? Да, 160. Короче, это самое. Деньжат. Порох. Короче, надо потом подумать, если нам для какого-то апгрейда пороха не хватит. Короче, перед этой ареной сходим к резчику, мы что-то выучить сможем. Да ё-моё! Ах!
тихо. Сколько нам не хватает? 179. То есть, ну, то есть того, не, того вот одного не хватит. Вот этого надо убить. Итак, где четкие видео? Все-таки я... Где я видел четкие? Сколько у нас флоха, кстати? 9. Кстати, мне интересно, где я видел четкие? Это же я видел их. Так, пойдем в храм, короче. Где? Первый торговец, так, первый был тот, который не захотел с нами торговать, он здесь находится, да? Вот он. Кошелек. Так. Блин. Так, все посмотрим. Еще, может быть, еще пофармим. Угля мне чего-то не хватит. То есть этого пороха угляшка. Так. 4. Вот, 8 штук надо было здесь, да? То есть, в принципе, нам не к спеху. Здесь одну вообще надо. Здесь 2. То есть не проблема, можно фармить их здесь, да, получается. Порох этот черный. Угу. Блин, 600. Черт, нафига я? Я же хотел выучить вот эту фигню. А нас тогда денег не хватало. То есть надо 7. Тут... Так, а чё по шляпе? А, по шляпе надо тут все учить. Ладно, блин. Будем иметь в виду в следующий раз. Ладно, пойдем, все. Блин, ну где-то и торговец еще есть. Я просто забыл. 20? Да ладно, чё, почему подорожало-то? Эмблемы духа стоят уже 20 душ. Они же 10 стоят. Воу. Забавно. Подожди, где? Вот, где это вот? Эмблемы же стоили 10. А почему по цены-то повысились? Воу. Что за бред? Почему повысились цены? Мы не будем убивать их. Посмотрим сначала, что здесь. Толку, а то я все равно опыт есть потеряю, который сейчас приобрету. Ну или половину. Смысл какой. Ну, давай посмотрим, что здесь. Босс, не босс. Мне кажется, босс, наверное. Не может быть... Блин, а прикинь, пустая локация будет. То есть, что-то нужно сделать. Вот по-любому, либо сверху кто-то, либо с этой дыры выйдет. И, походу, здесь босс высокий какой-то. Арена там какая здоровая пещера. Да ну. Блин, погоди, это... А, да ладно, это не босс. Серьезно, это не босс? Я... Пусть там кто сидит. Ай, блин. Я тут, блин, ну это очевидно арена с боссом. Вон какая. То есть тут кровь. То есть тут какое-то то ли животное, то ли кто здесь, блин. Может какой-то, типа, не бык. Ну там бык до этого у нас был. Тут какой-нибудь, не знаю, кто.
лев, тигр, я не знаю, кто здесь, про кого там говорили нам еще. Может, логово змея это. Кстати, да, вот здесь гараж сверху, то есть там может быть логово змея реально этого. Какое это? Ну, офигеть, я думал, босс будет. Прикольно. Потому что непонятно, можно ли там залезть и было дальше или нет. Вот как это ты должен понять? Подожди. Вот я хочу туда посмотреть, как туда залезть. Вот туда вот. Туда же как-то можно? Ай, ладно, блин. Иметь в виду. И как сверху, да, видимо. Идем дальше. Блин, ну это супер, супер странно. Что такое? Это какой-то гриб, что ли? Так, это назад. Походу новая. Это нифига не новая. Блин, новая. Так, мне теперь интересно, это я пришел к тому же месту, которое я с другой стороны мог обойти или нет? Тайный лес. Погоди, а где у нас был проход? А, так вот отсюда, да, все правильно. Что-то я подумал, что я еще какое-то место было. Подумал. Ой. Прикольно. Кто-то есть. Блин, думаю, на ветку встать можно. Ладно, сначала вниз смотрим. Погоди, это же... Блин, он похож на кого-то... Это дух какой-то. Подожди, нам за него ничего не дали. Так, там. Блин, они какие-то полупрозрачные. Я их могу убивать. Тут интересно. Тихо. А, они невидимые. А, нет, с них что-то падает где-то. Офигеть, они невидимые. Я когда, видимо, к ним подхожу, только они их начинаю видеть, или что? Хотя здесь вот я вижу ведь. Или у них какая-то способность стелс есть. Блин, по идее, новая локация надо заканчивать. Ну, блин. Ладно, давайте на этом закончим, реально. Всем спасибо, всем пока. Вот такая вот интересная видос серия. Я думал, босс будет, просто мы поднимемся с боссом, может, полчаса, час, и будет нормально, часа два с лишним поиграем. Ну, новая локация, так что... Новая серия.